Ребятушки, всем большой привет! У нас раннее утро, и сегодня вас ждет очень классный шопинг-влог. Я отправляюсь в магазин Benetton. Их новая коллекция весенняя, очень красивая, яркая. Так что поехали, посмотрим. Сочные весенние цвета. Прямо одно удовольствие заходить в Benetton. Сразу настроение появляется. Я возьму примерить эту курточку. Это же красивое платье. Вот такое полупрозрачное. Длина миди. Какой сразу вам предлагается Total Look. Платье длина миди на пуговичках. Цветочный принт с такими мокасинами. Слушайте, ну у меня прямо глаз радуется от изобилия ярких сочных цветов. Так что набрала много всего. Приступим. Так смешно. Такое, знаете, бабушкино платье. Ну, миленькое, интересное, конечно. Единственный минус то, что здесь есть пуговичка, и оно немножко душит, не сильно комфортно. А так, в целом, довольно неплохой весенний такой образ. Катон. Очень приятная ткань, конечно. Баскеты вам не покажу, потому что они не налезли. Я по ошибке взяла 36-й. В общем, не очень красиво. В общем... Мне очень понравилась эта футболка, такой розовый и стиль милитари, очень оригинально. Но тут у них очередное обновление коллаборации с Сисли. Как я говорила, у них всегда есть вот такой. Красивая, оригинальная, практичная. Голубая, бело-голубая гамма. В одном из влогов я мерила такого плана джинс, но только в розовом цвете. Рубашка классная. Конечно. Голос за кадром. Ну вот это вот мое, конечно, больше. Курточка очень понравилась. И, кстати, в прошлый раз не взяла ее примерить. Ой, как это красиво. Зашла в такой магазинчик, где все там натуральное, масла там, все для йоги. Так, пожалуй, я это возьму, то, что уже пробовала. Классная штука для рук. Так, зеленый чай. Это
еще идет. Какой в прошлый раз была, по-моему, вот этот он был. Да. Берем. Релакс, вот для сна есть такой. Помню, у дедушки и бабушки была такая штучка для массажа.